Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать на наш вебинар, очередной вебинар. Мы сегодня немного подождем, пока все подсоединятся, буквально пару минуточек и начнем. Здравствуйте. Итак, всем добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что присоединились к нам. Добро пожаловать на наш очередной вебинар. Меня зовут Дина, я являюсь менеджером по зарубежным программам компании InterStudent. И сегодня мы с вами поговорим об образовании, в частности, о высшем образовании в Испании, об особенностях обучения там, о возможностях для иностранных студентов, вариантов поступления в иностранные вузы именно данной страны, а также о будущих перспективах после окончания учебы там. Поговорим о том, какие варианты есть у них, какие виды университетов имеются в данной стране и как туда поступить. Всем добрый день, кто к нам подсоединился. Окей, я думаю, мы можем начинать, и по мере прохождения нашего эфира к нам будут присоединяться люди. Пожалуйста, пишите свои вопросы в чат. После того, как я расскажу основную часть, обязательно отвечу на все вопросы, которые вас интересуют по поводу поступления. Итак, друзья, Испания — это колоритная страна, она известна своей чудесной архитектурой, мягким климатом. Кроме многочисленных туристов, ежегодно в данную страну приезжают тысячи иностранных абитуриентов со всего мира для того, чтобы получить высококачественное и, самое главное, доступное европейское образование. Высшее образование в Испании имеет свои особенности, его можно получить в университетах, и в этом смысле Испания остается достаточно консервативной страной. Испанские университеты являются одними из старейших, в принципе, в мире, учебных заведений в мире. К примеру, университет Саламанки был основан в 1218 году, и именно здесь, в данном университете, преподавала латынь первая женщина-профессор. Колумб, которого мы все знаем, представил теологическому факультету свой первый проект первоначальное мореплавание. Сегодня, на данный момент, высшее образование в Испании можно получить в одном из более чем 50 университетов. Большая часть из них государственные, второе по численности занимают частные вузы, и третья, самая редкая категория, это духовные вузы, то есть находящиеся под патронажем католической церкви. В них, кроме профильного образования, можно получить углубленные знания по предмету «История религии», например. Учебная программа в испанских вузах – одна из самых качественных и многогранных в целом в Европе. Здесь на высоком уровне преподаются классические дисциплины, такие как философия, история, физика, география, конечно же, испанская филология. Среди абитуриентов, поступающих в университеты Испании, особо популярны современные специальности, такие как информационные технологии, бизнес-администрирование, реклама, маркетинг-менеджмент, связи с коммуникация и многие другие предметы, которые сейчас очень актуальны в современном мире. Процесс поступления в университеты Испании очень индивидуален и может отличаться в каждом конкретном случае, но, скажем так, все зависит от выбранного вами вуза, специальности и правил автономной области, в которой находится данное учебное заведение.
Школьники, которые закончили 11 класс за пределами Европейского Союза, то есть получили среднее образование, при поступлении в университет в Испании должны пройти следующие процедуры. Во-первых, это сдать экзамен, известный как селективидад, или специальный экзамен для иностранцев, который аббревиатурой называется PCE. Требования у каждого университета свои, но больше сейчас требуют именно PCE. Если говорить о селективидаде, то подготовка к нему должна быть серьезной, основательной, так как без данного экзамена могут не принять в учебное заведение. Он сдается на испанском языке. Некоторые университеты предлагают курсы по подготовке именно к селективидаду, которые могут длиться до 9 месяцев. И они являются платными. Но если вы подготовитесь самостоятельно, вы также можете сдать сразу непосредственно напрямую экзамен и попробовать свои силы поступить. Обязательными предметами для сдачи селективидада являются испанский язык и на выбор дополнительный иностранный язык. Также необходимо сдать историю Испании или историю философии, в зависимости от вуза, или один дополнительный профильный предмет. Многие вузы Испании требуют от иностранных студентов, как я говорила, сдачи экзамена PCE. Данный экзамен оценивает знания учащихся, которые требуются в Испании на последнем году обучения в школе. Соответственно, вам для поступления в университет нужно подтвердить данные знания. В некоторых университетах Испании можно поступить без экзаменов. Например, школьники, которые обучились вне Европейского Союза, могут поступить в государственные вузы Каталонии на основе просто амалогированного аттестата. Но в этом случае места будут распределяться, скажем так, по оставшимся местам после тех абитуриентов, которые все-таки сдали экзамен. Что такое амалогация? Это достаточно важный момент при поступлении в университеты Испании. Помимо экзамена вам нужно пройти процесс амалогации, то есть амалогировать аттестат о вашем полном среднем образовании. Амалогация — это, по сути, признание испанской стороной ваших документов как действительных и соответствующих общеевропейским стандартам. На процесс амалогации подаются именно в Испании, и он может занять до 6-7, а порой до 9 месяцев, поэтому нужно к нему готовиться также основательно. Пока длится период ожидания, именно амалогации, студенты могут подтянуть свой язык, выучить испанский язык. Важно, что средний балл также должен быть, именно аттестаты должен быть переведен в 10-бальную систему. И он будет учитываться совместно с другими баллами, которые вы получите на экзамене. То есть оценки в школе также важны при поступлении в испанские вузы. После того, как Министерство образования Испании предоставляет вам амалогированный ваш аттестат или диплом, вы имеете право уже получить высшее образование в Испании. Если вы хотите обойти все эти процедуры по амалогации, по экзаменам, есть второй вариант, это частные вузы Испании. Данный выбор, он самый распространенный на самом деле среди наших студентов, потому что в частных вузах обучение идет на английском языке. То есть можно поступить, по сути, не зная испанский, но мы всегда советуем, даже при поступлении на англоязычный факультет, уже находясь в Испании, выучить какой-то базовый уровень данного языка, потому что он вам понадобится, может быть, не в университете, но в бытовой жизни в Испании. То есть элементарно сходить в магазин, что-то узнать, снять квартиру, испанский язык, он потребуется. И плюс, если вы в будущем планируете остаться после обучения в Испании и искать работу, английский язык, он востребован, но вам нужно знать испанский язык хотя бы на разговорном уровне. Если говорить о частных вузах Испании, в большинстве бакалавриат длится 3-3,5 года. Чтобы поступить, не нужно проходить какие-то экзамены, достаточно иметь аттестат или диплом, также иметь сертификат о знании английского языка, зачастую это IELTS или TOEFL. В некоторых вузах есть возможность поступить даже без наличия IELTS, то есть у них есть свои внутренние какие-то экзамены, естественно, их проходить намного легче.
у нас зачастую студенты поступают именно так. Либо при вузах даже частных имеются курсы Foundation. Это не эквивалент 12 класса, да, или какой-то академической степени. Вы на этом курсе просто подтягиваете свой уровень английского языка, чтобы в дальнейшем уже иметь возможность обучаться на нем. В основном в частных вузах с английским языком преподавания больше распространены так называемые бизнес-школы. Это те же самые университеты, просто в них преимущественно один факультет, именно связанный с бизнес-специальностями. Больше всего это развито бизнес-администрирование, маркетинг, менеджмент, HR-менеджмент, цифровой бизнес и многое другое. То есть самые, скажем так, востребованные специальности, которые, после которых можно трудоустроиться. Испания занимает одно из первых мест по развитию стартапов. На самом деле в Барселоне огромное количество международных компаний, и обучаясь на бизнес-специальности в частном вузе, вы можете после этого трудоустроиться. Также после окончания каждого такого вуза зачастую создается проект, бизнес-проект, который вы можете в дальнейшем реализовать уже непосредственно при трудоустройстве. Также, если вы хотите учить такие специальности, как инженерия, нефтегазовая промышленность, что-то техническое, я бы советовала рассмотреть другие страны, потому что Испания именно славится, как я уже сказала, в бизнес-направлении, связи, коммуникации и многие другие такие специальности. Так, после того, как студент прожил в стране 3 года, он, то есть это большинство программ высшего образования в Испании длятся не менее 3 лет, можно обращаться уже за получением постоянного места жительства. То есть при получении студенческой визы вы въезжаете в страну, вы получаете карточку резидента, по которой вы можете путешествовать по всему Европейскому Союзу без визы. Вы пользуетесь всеми правами тех студентов, местных студентов, скажем так, и имея такую карточку, предоставляется огромное количество привилегий. После этого можете обращаться за получением постоянного места жительства. Этот статус дает возможность остаться в стране на 5 лет и при этом пользоваться почти всеми правами испанских граждан. Преимущество подобного статуса еще в том, что можно продлевать его автоматически без всяких ограничений по количеству продлеваний. В Испании огромное количество иностранных компаний. У нас студенты после обучения зачастую трудоустраиваются именно там и остаются получать практику. Многие получают практику, возвращаются в Казахстан, чтобы использовать, скажем так, данные знания уже непосредственно при трудоустройстве здесь. Также я бы хотела проговорить по ситуации на сегодняшний день. Как мы все знаем, в связи с всемирной пандемией, да, во многих городах, во многих странах был введен режим карантина, и университеты Испании не исключение. Все практически университеты были переведены на онлайн режим обучения. И на данный момент ситуация, скажем так, улучшается, потому что прогнозируют, что уже на осенний семестр все студенты приедут, иностранные и местные начнут обучение на кампусе. На данный момент визовые центры посольства уже принимают заявки на студенческие визы, то есть вы можете поступить на этот год, подать на получение визы, а если вам ее одобряют, вы можете поехать и обучаться уже непосредственно на кампусе. Но если вдруг вы не рассматриваете такой вид обучения, то есть по вопросам безопасности, да, или по другим вопросам, вы можете выбрать вариант онлайн-обучения. Здесь я бы хотела подчеркнуть, что именно испанские частные вузы, вот эти бизнес-школы, очень давно практикуют онлайн-образование, задолго до, скажем так, начала карантина и пандемии. У них уже все положено, у них есть специальные порталы, на которых проводится обучение, и вы можете обучаться полноправно, находясь дома в Казахстане,
и получать образование там. У вас будут те же преподаватели, те же предметы, которые были бы, если бы вы обучались на кампусе. По сути, не нужно приезжать даже для сдачи экзаменов, то есть все экзамены также даются дистанционно. И для получения диплома тоже не обязательно приезжать. У нас часто задают такой вопрос: при получении онлайн-образования нужно ли приезжать за получением диплома? Нет, вам его могут отправить по почте сразу после того, как вы его защитите, то есть сдадите свой проект или работу дипломную. То есть все это очень имеет такую гибкую систему. Так, у нас на данный момент уже есть студенты, которые начали обучение по онлайн-кампусу, то есть дистанционно. Студенты обучаются на программе Foundation, у нас обучаются на программе бакалавриата, также онлайн, поэтому смело мы можем гарантировать, скажем так, что образование на там, именно при дистанционном обучении, на должном уровне, такое, как вы, если бы вы были на кампусе. Здравствуйте всем тем, кто присоединился. Напоминаю, что мы говорили сегодня об образовании в Испании, об государственных и частных вузах, о том, как туда поступить, какие возможности дает страна после окончания вуза. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, которые не были покрыты по истечении эфира прямого, вы можете задавать их у нас в чате. Сохраните, пожалуйста, эфир. Да, конечно, эфир у нас будет сохранен, он будет у нас в IGTV, вы можете просмотреть его в любое удобное вам время. Также, если вы заинтересованы в обучении в Испании либо в каких-либо других странах, вы можете оставлять свои контакты нам, либо писать нам в Direct, мы обязательно вам перезвоним. Мы полностью помогаем с процессом поступления в вузы, то есть мы вам подбираем университет, программу, специальность, помогаем собрать полный пакет документов, все полностью переводим на английский язык, делаем заверки, подаем заявки в университеты, мы ведем полностью переписку с приемной комиссией, документацию, помогаем вам забронировать проживание, оформляем вам полностью студенческую визу, то есть записываем вас в посольство, заполняем все анкеты. Также после того, как вы уже уедете учиться, мы в течение первого года обучения курируем вас дистанционно по всем абсолютно вопросам. Поэтому, если вы затрудняетесь по каким-то моментам поступления, по выбору программы университета, либо по оформлению визы или проживания, мы будем рады вам помочь. Наши менеджера помогут вам абсолютно с каждым индивидуальным случаем. Поэтому пишите, звоните. Наши контакты вы можете найти у нас на страничке, в профиле. Либо вы можете, как я уже сказала, написать нам в Direct. Окей, если у нас нет вопросов, тогда мы на сегодня заканчиваем наш эфир. Еще раз благодарю всех тех, кто присоединился. Так, у нас здесь вопрос есть. Так, если дочь учится в 7 классе, что сейчас уже надо делать, чтобы легче поступить? Если вы рассматриваете поступление в англоязычные страны и обучение на английском языке, то я советую полное, скажем так, внимание уделить именно изучению данного языка, потому что при поступлении уже в университет по приезду будет, независимо от того, какой высокий уровень у студента, всегда сложно начать обучаться на иностранном языке в чужой стране, поэтому пока вы учитесь в 7 классе, изучайте язык. Уже в 10-м, в 11-м, 10-м даже классе вы можете сдать экзамены IELTS или TOEFL, чтобы потом уже подать документы заранее. Также, если вы в 7-м классе, помимо английского языка, оценки тоже важны. Оценки предоставляются в университет за последние 3 года, то есть за 9, 10 и 11 класс. Поэтому, если у вас недостаточный средний балл, университет может вас не принять. Важно иметь хорошие оценки 4, 5. Также при поступлении в зарубежные вузы
очень важен такой факт, как дополнительная деятельность студента. Если у вас есть какие-то дипломы, сертификаты о волонтерстве, об участии в каких-то олимпиадах, конкурсах, спортивные какие-то достижения, это всегда в плюс для вашего поступления. То есть это будет преимуществом перед другими студентами при поступлении. Начало пропустила, в записи посмотрела. Хорошо. Окей, на сегодня все. Еще раз спасибо всем тем, кто присоединился. Пишите, звоните нам, мы будем рады помочь. Также у нас будут проходить вебинары, поэтому следите за обновлениями, за уведомлениями. Будем рады видеть вас в следующий раз. Всем пока, до свидания.